Всем привет! У нас сегодня новый видеообзор и, как вы можете видеть, в этот раз мы поговорим о новинке от компании Arma Hobby. Это польский бренд и как-то они прославились более-менее своими моделями в 72-м масштабе, но сегодня у нас такой необычный релиз. Это новинка в 48-м масштабе, что необычно для данного бренда. И копирует она польский самолет PZL P-11C. Тоже такой своеобразный летательный аппарат. Причем <с> боксарт так изображает очень интересную картину. Но интересно вообще рассмотреть в целом, что же представляет из себя эта новинка, почему она может быть интересна всем фанатам 48-го масштаба. Да и вообще фанатам интересной авиации. И кстати, вот номер набора тоже намекает то, что это первый релиз в 48-м масштабе. И, кстати, это эксперт-набор. Вы можете видеть две звездочки по сложности. То есть, не то чтобы прямо очень сложный, но все равно лучше иметь некоторый опыт. Кстати, вот вы можете видеть сравнение с моей рукой. Коробка не очень большая, но все равно я не знаю, что расположено внутри, поэтому мы, собственно, и будем рассматривать в этом видео. И, кстати, вот это вот уже итоговый образец, то есть вы получите все ровно то же самое, что увидите в обзоре. Кстати, вот на борту коробки написано немного информации о наборе. Здесь у нас идет детали для самолета, декали для четырех вариантов окраски, потравление и даже маски есть в комплекте. Собственно, это особенность эксперт-набора. Кстати, вот адрес производителя, если вдруг вам интересно будет их навестить. И есть еще советы по безопасности. Ну, это, в принципе, типичная вещь. Здесь на задней стороне у нас есть э, краткий обзор всех четырех вариантов окраски, которые идут в комплекте. И, в принципе, очень даже интересный выбор, потому что вы можете заметить, что у нас здесь есть и румынский самолет, есть и польские борты. И э, коробка с боковой загрузкой. Сейчас мы ее откроем. И рассмотрим, что у нас здесь внутри. Кстати, еще раз напомню то, что вы можете поддержать нас небольшим донатом. Это очень просто сделать. Дел... Осуществляется это посредством PayPal. И, разумеется, вы выбираете, сколько вы хотите нам отправить, но это помогает приобрести новые наборы или же улучшить вообще оборудование для съемки. Кстати, вот здесь вот такая интересная коробка, то есть у нас есть еще и, скажем так, секция из коричневого картона, которая еще и предоставляет дополнительную защиту. Все литники упакованы в один пакет, кстати, здесь не литники, а один походу литник, и он упакован вместе с инструкцией, травлением и декалями. Но это не запечатанный пакет, его вот можно просто открыть. И клапан на наклейке, то есть можно потом хранить детали внутри, что тоже очень даже полезная вещь. Я не совсем понимаю, почему некоторые производители до сих пор игнорируют такую простую, но очень, скажем так, юзабельную вещь. Итак, что у нас здесь идет внутри, а, собственно, как я уже сказал, почему-то только одна рамка и очень даже интересно то, что в 48 м масштабе все уместили на одну рамку, на один литник, и вот вы можете видеть все своими глазами. В принципе, сразу с первого взгляда можно заметить то, что качество литья очень даже хорошее, детали аккуратные, никакого обоя или других вообще повреждений и нюансов литья я не вижу при этом питатели довольно тонкие и сейчас попробую вот приблизить еще немного кстати обратите внимание на то что мы сейчас снимаем на другую камеру поэтому буду рад услышать ваше мнение об этом качестве и в целом членение типично для моделей самолета то есть у нас вот крыло собирается из двух половин фюзеляж у нас тоже из двух половин как я могу заметить, у нас есть еще и отдельные половины капота, створки капота. И, кстати, обратите внимание, то, что вот киль и руль направления, не отлиты отдельно. То есть нужно будет установить на фюзеляж. Но при этом крыло отлито вместе с механизацией. Могли бы уж сделать элероны отдельными, но почему-то не захотели заморачиваться. Вот еще стойки шасси, вернее крыла. Есть также колеса цельные, есть и панели кабины. Есть и кресло пилота здесь, разумеется. Ну, в целом, все проработано очень даже неплохо. В искоробочном варианте получится такой интересный, я бы сказал, проект. И сейчас вот приблизим и рассмотрим все поближе. Собственно, внешняя проработка у нас включает внутреннюю расшивку и клепку в нужных местах. Но сразу скажу то, что расшивка не очень глубокая, поэтому не перестарайтесь со своими краски и грунта, потому что будет очень просто ее потерять, я бы сказал. При этом кресло пилота тоже смотрится неплохо. Наверняка она получит еще и ремни и стравления. И, кстати, вот вы можете видеть, у нас здесь есть такая не только внутренняя расшивка, есть еще и внешняя расшивка, как на настоящем самолете. Вот эти вот полозы, они были выпуклыми, скажем так. Ну и двигатель здесь тоже по традиции для армохобби, он очень даже подробный, поэтому рекомендую заморочиться с окраской. Я пока еще не знаю, если можно будет его показать на собранной модели, это мы посмотрим в инструкцию, но обратите внимание, то что фюзеляж, половина фюзеляжа, они проработаны внутри, что тоже похвально. И при этом везде есть направляющие, вот это вот я, честно говоря, ценю, потому что некоторые производители ленятся, не добавляют направляющие в нужных областях, и потом приходится морочить себе голову, пытаясь совместить крупные детали вместе Здесь же полностью противоположная ситуация При этом даже вот э, диски колес шасси отлиты отдельно, чтобы вы могли их покрасить и потом просто вставить в нужное место То есть не нужно будет заморачиваться с масками, но... При этом я думаю, наверняка маски есть еще и в комплекте, а, в смысле для колес, для прозрачных деталей точно. Здесь должны быть маски, потому что это так называемый эксперт набор. Но может быть еще и для колес шасси добавят что-то. Кстати, вот они упакованы вместе с прозрачной деталью и травлением. Ну, сейчас откроем, рассмотрим, что же у нас здесь идет в комплекте. Но в целом мне, конечно, нравится, что вот этот вот новый бренд делает. Да, он относительно новый, но при этом как-то поляки умудрились сделать настолько проработанные модели в 72-м масштабе, настолько проработанные модели вот сейчас в 48-м масштабе, что это даже удивляет. Вот у нас единственная прозрачная деталь, это фонарь, лобовое стекло, скажем так. Для него точно понадобятся маски, потому что даже в 48-м масштабе размеры невелики. Вот и сами маски, да, у нас здесь есть вот эти вот круги для колес шасси, то есть не нужно будет даже заморачиваться с окраской, просто наклеивайте эти маски, и у вас получится аккуратный, скажем так, результат. И еще один вот такой вот нюанс у нас есть, характер для эксперт-сета так называемого. Здесь у нас не окрашенная пластинка отравления. Причем сразу можно заметить то, что есть детали как для внутрянки, так и для внешней проработки. Но все-таки большая часть пригодится для внутренней проработки, поэтому не ленитесь, установите все эти детали и подумайте, как их показать на собранной модели, потому что это будет очень даже впечатляющий, скажем так, проект. И не забываем то, что это в 48-м масштабе самолет, поэтому он будет не совсем небольшим, хотя и не особо великим для своего масштаба, скажем так. Итак, далее у нас следует вот такая вот вкладка с ратой, так называемой, то есть была ошибка в инструкции, ее исправляют вот этой вот вкладкой. Не провороньте, используйте правильную вот эту вот страницу. Далее у нас идет лист декали, отпечатан он по традиции в техмоде, есть декали для приборной доски. В принципе, качество печати очень хорошее, техмодовские декали простые в работе, вот вы можете видеть, даже есть металлизированные символы, сейчас покажу поближе. Камера почему-то не хочет фокусироваться, но я думаю, вы поняли, о чем речь. И в целом, я, насколько помню, из моего опыта с техмодовскими декалями, никаких проблем с ними не возникало вообще. Просто нужно взять их, нанести и, может быть, применить немного декал софтера, но это типичные, скажем так, Процесс работы с декалями. Здесь у нас идет инструкция, она выполнена в виде цветной брошюры, и здесь у нас сразу на первой странице есть историческая заметка, есть советы по безопасности, сейчас я вот немного отдалю ярко. Сейчас попробуем сделать потемнее. Вот так, я думаю, лучше будет, чтобы вы не ослепли от этого белого цвета. Но здесь у нас есть еще и таблица цветов, причем дается она в нескольких производителях. Карта деталей, причем показано то, что все детали будут использованы. И вот опять еще есть легенда обозначений. Далее у нас следует сборка. Она начинается с кабины, разумеется. Здесь мы собираем вместе стенки кабины. И, как вы помните, эрата была, которая исправляет вот эти вот шаги. Поэтому обязательно отнеситесь к этому внимательно и используйте правильные детали, установите их в правильное положение. Затем мы объединяем уже стенки и кабины вместе с полом. Устанавливаем вот это вот кресло пилота. И опять же, как обычно, я рекомендую еще и найти фото реального самолета, чтобы получить чуть более убедительный вид. Здесь обратите внимание то, что мы собираем двигатель отдельно, и потом устанавливаем его уже на собранный фюзеляж. И затем продолжаем работу над хвостовым оперением. Затем мы собираем уже капот. И при этом, как я вижу, то, что у нас две створки капота, которые, собственно, и надеваются, если можно так сказать, на сам двигатель. При этом двигатель будет виден даже с установленным винтом. Поэтому, как я уже сказал, заморочьтесь, сделайте аккуратную интересную окраску, и вы будете вознаграждены интересным видом модели. Далее у нас идет установка крыла. Оно будет на двух стойках с каждой стороны. Там есть специальные позиционирующие вот эти вот слоты. Так что все будет установлено под правильным углом, скажем так. И затем уже на крайних этапах нам нужно будет установить небольшие детали истравления, прицелы, антенны. Все это нужно устанавливать с пинцетом, потому что иначе велик риск потерять их где-нибудь, и потом вы их уже не найдете. Первый вариант окраски у нас сопровождается каким-то еще QR-кодом, и при этом обратите внимание, что есть еще и бонус, который дает нам немного другую вариацию этого камуфляжа. Очень такой интересный нюанс. Далее мы продолжаем еще двумя вариантами окраски. Тоже польские самолеты, разумеется, но при этом немного другой окрас. И некоторым моделистам это может понравиться. И они скопируют вот этот один из этих вариантов. Здесь уже выбор за вами, разумеется. Ну и крайний вариант окраски. Здесь у нас идет румынский самолет, который был захвачен, насколько я знаю, и в принципе тоже такой интересный вариант будет выделяться своим желтым капотом и желтой полосой на э, хвостовой части фюзеляжа. Но опять же, если вы хотите скопировать что-то другое, никто вас не останавливает. Можно купить какой-нибудь автормаркет набор декалей и сделать совершенно другой камуфляж. Что же касается всего набора, так мне кажется, то, что он на том же уровне, что и 72 старые релизы от Arma Hobby, то есть очень приятная модель, с которой будет интересно поработать, и она уже должна быть в продаже, насколько я знаю, цена вполне себе резонная, вы можете написать свое мнение вот здесь в комментариях ниже, если видео понравилось, нажимайте кнопку лайк и подписывайтесь на канал, ну и увидимся в следующем видеообзоре, как обычно, спасибо за просмотр сегодня и пока!